Всем привет, друзья! В последнее время машина стала неотъемлемой частью в жизни, и многие из нас уделяют много времени и ставят разные ништяки на своих железных коней. И сегодня мы рассмотрим, какие автомагнитолы есть на AliExpress, найдем 11 лучших предложений, самых покупаемых и проверенные временем. Посмотрим от самых бюджетных и дойдем до самых топовых вариантов, которые есть на AliExpress. И все в нашем списке можно приобрести по ссылке в описании. Ну что, давайте приступим? Поехали! И начинаем с самой бюджетной автомагнитолы ценой в $13. Для использования и прослушивания радио будет весьма кстати. И при этом есть USB, порт под флешку, AUX разъем и даже можно вставить SD-карту. Позволит подключить 4 колонки с выходной мощностью на канал 15 Вт. И даже есть один разъем под усилитель или небольшой сабвуфер. Если вы не хотите много тратить на дорогое устройство, то стоит рассмотреть этот вариант. Следующий вариант поинтереснее, стоимость уже $16. Эта магнитола обладает большим функционалом и помимо USB портов под флешку здесь уже есть Bluetooth, подключается к телефону и позволит слушать музыку, разговаривать по громкой связи, и на задней стороне магнитолы уже есть два выхода под усилитель. И более интересно выполнен дизайн, а также в комплекте есть пульт, провода под установку и инструкция. Хороший вариант для бюджетной магнитолы и одной из самых покупаемой на AliExpress. Данный экземпляр по функционалу весьма похож на предыдущие магнитолы. Есть также разъем под порт USB, под флешку, SD-карту, AUX разъем и Bluetooth. Стандартные настройки звука, но выполнено в стиле ретро. Подойдет для ценителей культуры, здесь отсутствует дисковод и получилось весьма компактно и стоимость $20. А стоимость доставки зависит от вашего региона. Следующий вариант магнитолы имеет другой дизайн и немного больше размер экрана и подсвечивает синяя подсветка. По функционалу полностью идентична предыдущей магнитоле в этом списке. Заявлена выходная мощность на 4 канала 60 Вт. Здесь также можно подключить телефон к Bluetooth и разговаривать по громкой связи, слушать музыку и многое другое. Стандартные настройки звука. Стоимость данной магнитолы на выход видео составляет $21. Данная магнитола намного интереснее, уже установлен 4,1-дюймовый экран, который позволит подключить камеру, смотреть видео и более информативный экран с большим количеством функций. Выставление даты, времени на экран. По дизайну на любителя решать только вам. Выходная мощность на колонке 50 Вт на 4 канала и один выход под усилитель. А также у продавца на AliExpress можно дополнительно приобрести с камерой и мультимедийный пульт на руль, но стоит уже дороже и обойдется в $39 на AliExpress. Ну и самая топовая автомагнитола однодиновая в нашем списке. Эта магнитола оснащена 7-дюймовым экраном с Android 6.0. На ней уже доступны приложения, которые можно скачать в Play Market. Подключается к интернету и поддерживает навигацию, позволит смотреть видео, использовать как телефон, только в машине. Оснащена 4-ядерным процессором с 2 гигабайтами ОЗУ. Хороший вариант для приобретения и обойдется она в $167 на AliExpress. А теперь перейдем к двудиновой магнитоле и начнем с самой бюджетной версии 7018D и самая продаваемая на AliExpress двудиновая автомагнитола. Оснащена 7-дюймовым экраном и установленный Bluetooth, навигация, разъем под микрофлешки, радио. Позволит установить камеру заднего вида и для детей, включить мультики. По отзывам других пользователей, весьма неплохая и цена всего $43. Простой интерфейс для обычного пользователя стоит брать, а для тех, кто хочет собрать более профессионально, то стоит рассмотреть другие варианты. Для полной информации и достоинства данной магнитолы переходи по ссылке в описании. Этот вариант немного дороже и отличается дизайном панели, расположения кнопок от предыдущего экземпляра. По функционалу то же самое, но уже в комплекте есть пульт для руля, для переключения музыки, контролирования звука, а также есть и камера заднего вида. И не придется докупать отдельно. Весьма неплохое звучание, позволит подключить 4 динамика и отдельно есть выход под сабвуфер или усилитель. И цена составляет уже $60.
А также есть более дороже вариант автомагнитола на базе Android 5.1. Уже доступно подключение к интернету через Wi-Fi. Можно скачивать приложение через Play Market, доступно поисковик как на телефоне. Навигация и карты для просмотра видео, доступны все нужные кодеки. Оснащена 4-ядерным процессором, 1 ГБ АЗУ, 16 ГБ памяти и отдельно поддерживает до 64 флеш памяти. В комплекте есть USB кабель под флешку для выноса в бардачок, рамка для магнитола, GPS-приемник, все крепления, и продавец предлагает большой выбор фишек под разные автомобили для удобства, переставив магнитолу и не придется присоединять провода, поставил по фишкам и пользуется, но для этого стоит убедиться и узнать, какой разъем у вас, и цена начинается от $106 до $126 в зависимости от комплектации. Номерная рамка. Если вы отдельно ищете камеру заднего вида, то стоит рассмотреть хороший вариант, который не придется вкручивать и портить поверхность кузова. Крепится вместо старой номерной рамки, и в комплекте есть нужные провода для подключения длиной 6 метров. И на камере есть даже 4 светодиода, которые в темное время даже подсветят. Если вы ищете камеру заднего вида, то стоит присмотреться к ней. Если вы раньше не покупали на Алиэкспресс и хотите совершить первую покупку, то рекомендую посмотреть видео «Пошаговая инструкция, заполнение адреса, поиск товаров и все о том, что должен знать начинающий». Переходи на видео, ссылка ниже под роликом в описании. Ну и напоследок, если у вас старая магнитола, которая поддерживает только кассеты, то для этого есть решение в виде кассеты на установленный AUX провод. Хорошее решение за небольшие деньги слушать музыку через AUX кабель, подключив к телефону, и обойдется вам всего в $2. Если вам интересны такие подборки товаров, оцените лайком и подписывайтесь на канал. Сегодня мы рассмотрели стандартный автомагнитол. Если у вас не подходит данный вариант, пишите в комментариях вашу марку, и мы рассмотрим в следующем видео. Пишите, какой товар вам понравился или не понравился, или хотите увидеть в следующем видео. А также переходите и зацените другие видео на канале Алёха. Тут всегда есть что-то интересное и полезное, что можно приглядеть для автомобиля. Ну на этом все, всем пока!